Это был последний стрим с Лигой Легенд. В следующий раз мы будем играть во что? Правильно, в Overwatch. До скорых встреч. Ну я тебе сейчас покажу Overwatch. А ну просыпайся. Еще 5 минуточек. Ну пожалуйста. Не ко второй. Да успокойся ты уже. Да я все расскажу. Как ты уже знаешь, меня зовут Зоя, и я крайне огорчена. Что этот замудрилюкс разговаривает? А, я понял. Ты маленькая девочка-косплеер. Решила похитить самого прекрасного и очаровательного стримера? А зачем клешни? Это что, какой-то новый вид фетиша? Слушай мой идеальный план. Я переместила тебя, легендарнейших героев, каких-то там из Overwatch, сюда. Не каких-то там, а героев из международного спецподразделения Overwatch. Благодаря нам по всей планете воцарились мир и согласие. Ага, и бесчисленное количество фан-сервисов. Пора выяснить, какая игра лучше. Соглашусь. Round number one. Ты знаешь путь? А ты знаешь путь? Да кому нужна эта карта? Ты точно не герой. Кого-нибудь надо похилить? Ну, хоть царапинку залечить. А банан? Хотите банан? Дневник 76-го. Понедельник. Этот город боится меня. Я видел его истинное лицо. Мясный кофе на вкус, как кипяченая грязь. Макри, который час? Иксану. Время нанести удар! Не я начал эту войну, но я, черт побери, ее закончу. Иди сюда, мелочь. Это ты кого назвал мелкой? А я тебя! Я же просил вам помочь, Шанель. Как вы все мне надоели! Я нашла героя. Отстань, малявка. Мне нужен хил. Банки, потики. Хилить? Кого хилить? Сейчас как? Лишним. Бесспорно, в этом раунде выиграл Overwatch. Ничего подобного. Сорока и наших, и ваших вылечила. Стоп, а как она это сделала? Неважно. Следующий раунд. Хей, а мое мнение хоть кому-нибудь интересно? Я решаю, во что мне играть или нет. Это для твоего же блага. Раунд номер 2. Никогда не забуду. Следующий раз беги. И дураку понятно, что Overwatch лучше. А у нас игра бесплатная, ага. И на этом плюсы вашей игры закончились. Я думаю, этот спор можно решить только по-мужски. Согласна. На счет 3.
Раз, два, три! Раз, два, три! Раз, два, три! Опять ничья! Какая разница, Лига Легенд или Overwatch? Каждый игрок по-своему прекрасен. Люди хотят познавать новые миры постоянно, и разные игры нам помогают в этом. Ну вы, конечно, молодцы. Шутера могу сравнивать. Вам заняться больше нечем. Так ты не бросишь в Лигу играть? Нет, конечно. Только уберите клешни, пожалуйста. А этот мой барабан, проклятие, я тут ни при чем. Ну почему они разного размера? А какая разница? Размер клешни никак не влияет на навык игры. Клешни ему убрать! А ну-ка вставай давай! У него защита диплома на носу, а он новые миры познавать хочет. И с чего удумал? Ну, ма, не ко второй.